Hello again, Kitty. Hello. Сегодня очень интересный урок. Exercise 2. Follow and write. Exercise 2. Follow. And write. And write. Good. Давай сначала в этой коробочке, в бокс, прочитаем. Yes, he is. Yes, he is. No, he isn't. Yes, he's. Yes, she no, is. Yes, she is. Yes, she is. Uh-huh. No. No, she isn't. Wonderful. Example. Пример. Только называй. One. One. Okay. It's he a policeman? Вверх тон. Интонация. Is he a policeman? Is he a policeman? Mm-hmm. Yes. Yes, he is. Yes, he is. Подчеркни, пожалуйста, is в вопросе и is в ответе. Вопрос начинался с is, правильно? Is, да. И yes, he is, как в вопросе, так и в ответе. Ну вот, ребята, вы должны, как Китти, провести линии по линии карандашиком и посмотреть, совпадает ли это с вопросом картинка или нет. А мы ждем Китти. Number two, please read. Это правда policeman. Ну да, здесь совпало. А вот number two посмотрим. Please read. Is she a doctor? Ведите, ведите, ведите. No. No. Yes. No, как же, это не доктор. No, no. 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 She? No. She isn't. She isn't. Выбирайте, пожалуйста. No, she isn't. И это из коробки вычеркивайте. No, she isn't. Но, может быть, еще раз пригодится она. Good. Three. Number three. No, she isn't, потому что she's a doctor. Okay. Doctor. Good. Number three. Number three. Good. Is he a vet? Good. Is he a vet? Какой же ответ, если он смотрит... Yes, yes, yes. Yes, he, yes, he. Yes, he is. Как в вопросе, так в ответе. Он зубки у лошади смотрит. Good. Вписывайте, yes, he is. Посматривайте на доску и вписывайте. And number four. Сегодня очень интересно. Good. He is. Да, он зубки. He looks at horse's teeth. Teeth. Зубки у нее смотрит. Mouth. Рот. Tongue. Может быть, заболела. Лошади тоже болеют. Окей. Okay. I'm ready. Number four. Number four. Number four. Is she a housewife? Uh-huh. No, 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 no. No, she... No, she is... Isn't. Wait, isn't. Good. No, she isn't. Смотрите, ребята, пожалуйста. She's a pilot. No, she isn't. She's a pilot. And say I'm ready. Okay, no, she isn't. She's a pilot. Plane.
I'm ready. Number five. Number five. Is he a phantom? Oh, good. Is he? Yes. Ну ты до конца. Yes, he. Yes, he is. Конечно, ребята, ждут же, потому что ты сказала yes, так можно. Но это мы же грамматику проходим, значит, здесь все должно по грамматике правильно быть. А по грамматике надо полностью. Yes, he is. Fireman. Yes, he is. Fireman, пожарный. Firefighter. Тоже так говорится, пожарный. Good. And next, please. Okay. Осталось немножко, ребята, терпите. Number six. Six. Is good. She a pilot? Pilot. Pilot? Mm-hmm. No. Ну, полностью. No. No, she isn't. Good. No, she isn't. Ребята, вы успеваете за Китти повторять? Повторяйте. No, she isn't. No, she isn't. Ну, дополнительный для самых трудных, я и так, для самых терпеливых, я и на летнем лагере буду для самых терпеливых давать дополнительные занятия на препятствия. А для Китти будет такое препятствие. Надо будет читать, и где yes, he is, yes, she is, там ничего не надо добавлять. А вот где no, he isn't, no, she isn't, там надо будет говорить, кто она или кто он. По-настоящему. Это будет посложнее. Китти, are you ready? Yes. Okay, so, one, please read. Он. Ну, читай. Is he a policeman? Yes, he is. Здесь, ребята, ничего не добавляем, потому что это совпало с его job, работой. Is she a doctor? No, she isn't. И вот здесь добавляй. She is a... Is he a vet? Нет. Вот второе это. Ты же сказала, no, she isn't. Она не доктор. А кто она реально по профессии? По картинке смотри. Ну ты со мной как здоровый? Teacher. Конечно, teacher. She's a teacher. She's a teacher. Давай снова, еще раз, а то ребята, наверное, не поняли. С самого первого начинай номер и говори one. One. Is he a policeman? Yes, he is. Здесь, ребята, ничего не добавляем. На two. Is she a doctor? Mm-hmm. No, she isn't. It's a teacher. Good. Вот здесь она she's a teacher добавила. Three. Is he a vet? Yes. Yes, she is. He is. He is. Окей, здесь мы ничего не добавляем, потому что он действительно ветеринар. Four. Is she a housewife? No, she isn't. Подожди, что ты там написал? No, she isn't. А вот теперь свое предложение. It's a pilot. Ну, лучше she is a pilot.
She's a pilot. It's a pilot, это пилот. А she's a pilot, она пилот. Давай с самого начала, я боюсь, ребята не поняли. For, вот это четвертое. Read again. For. For. Is she a housewife? Housewife? Wife? Mm-hmm. No, she isn't. Okay. She is a pilot. Вот, ребята, как надо. No, she isn't. She's a pilot. Is he a fireman? Yes, he is. Здесь ничего, ребята, не добавляем. Six. Is she a pilot? No. 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 No, she isn't. Здесь будем добавлять. Isn't. She's. She's a doctor. Good job. Thank you. Ну вот, такой был, ребята, у нас сегодня интересный урок. Interesting class. Thank you, Kitty. Thank you so much. И, конечно же, завершаем урок этой прекрасной песенкой. Ready? Kitty, are you ready? Yes. Смотри, пожалуйста, на доску. Здесь все, все есть. My dress is red. My handbag is blue. My hat is yellow. What about you? My shirt is white, my jeans are blue, my socks are orange. What about you? My trousers are brown, my glasses are blue, my shoes are green. What about you? My t-shirt is gray, my scarf is blue, my jacket is purple. What about you? О, прекрасный, мы слышали, но я надеюсь, ребята тоже будут подпевать. Давай, пожалуйста. Look at my board, смотри у меня. И... My dress is red, my handbag is blue, my hat is yellow. What about you? My shirt is white, my jeans are blue, my socks are orange. What about you? My trousers are brown. My glasses are blue. My shoes are green. What about you? My t-shirt is gray. Gray. My skirt is blue. My jacket is purple. What about you? My dress is red, my handbag is blue, my hat is yellow. What about you? My shirt is white, my jeans are blue, my socks are orange. What about you?
My shoes are green. What about you? My t-shirt is gray. My scarf is blue. My jacket is purple. What about you? Чудесный урок был. Thank you, Kitty. Thank you, all boys and girls. Спасибо большое всем мальчикам и девочкам. А их все больше с нами становится. Goodbye. Goodbye.